Выбор будущего. Серпухов присоединился к региональному проекту «Государственная итоговая аттестация. Осознанность. Профориентация». Первый в этом году урок для 11-классников прошел в 19-й школе. Подробности далее. На уроке по профориентации ученики школы номер 12, 18, 19, лицея Серпухова. Внимательно слушают условия сдачи итоговой государственной аттестации. Многие из них уже выбрали свой маршрут образования. Я определилась с профессией уже в сентябре. Я очень хочу поступать в театральный вуз. Я год училась в химико-биологическом классе. Я думала, стану доктором, врачом. Но потом я попала в театральную студию, и я поняла, что мне очень близка эта тема. Мне нравится проживать эмоции героев, и я очень хочу связать с этим свою жизнь, и я не пожалею. Лучше работать на профессии, которая тебе близка. Именно с этой целью Центр по профориентации и трудоустройству молодежи совместно с Комитетом по образованию администрации Серпухова провели первый в этом году урок в рамках регионального проекта. 11-классники познакомились с правилами проведения государственной итоговой аттестации, пообщались с представителями профессиональных учебных заведений. Все дети, выпускники 11 класса, должны поучаствовать в этом мероприятии. У нас их в городском округе 800 человек. Мы хотим до 1 февраля охватить всех детей, потому что дата подачи заявления на ЕГЭ до 1 февраля включительно. Главная наша задача, чтобы дети поучились, да, неважно где, в колледже, в вузе, но они пришли и поработали, и стали работать, жить и развивать городской округ Серпухов. Учиться и работать в Серпухове планирует Алина Тимофеева, ученица 19-й школы, уверена, чтобы добиться больших успехов в профессии, необходимо в первую очередь получить качественное образование. Я бы очень хотела поработать в лингвистической сфере, я хотела очень изучить китайский язык. У нас сейчас очень хорошо развита связь с Китаем, и я думаю, это очень перспективная профессия. Даже те, кто определились с профессией, им важно посмотреть какой-то, возможно, актуальный для себя вуз и узнать какую-то дополнительную информацию. Узнать дополнительную информацию и поближе познакомиться с профессией старшеклассникам помогает Центр по профориентации и трудоустройству молодежи. Для выпускников это самый важный этап в жизни. Они стоят на пороге взрослой жизни, когда нужно определиться с будущей профессией, с выбором учебного заведения. Но все это ведет к чему? К сдаче экзаменов. А впереди надо определиться с экзаменами. Какие экзамены они будут сдавать, от этого, наверное, зависит будущее тех ребят, которые будут в дальнейшем и работать, и трудиться на наших предприятиях. После урока по профориентации среди ребят провели голосование. Как выяснилось, в приоритете у большинства IT-технологии и наука. 21 век. Сейчас наиболее актуальные у нас сферы либо изучение что-то, конечно, неизведанного, такие как космос, либо наоборот микромир. И в классе, наверное, еще в 8-м я понял, что я очень люблю физику. И также я хочу развивать технологии в России, помочь в развитии космоса и в исследовании. Поэтому я для себя осознал, что я хочу стать астрофизиком. Уроки по профориентации в рамках региональной акции будут проводиться до 30 января для 11-классников всех школ Серпухова.